Я вас приветствую на канале Степан Холера. Мы продолжаем играть в Soviet Republic. У нас идет бурными просто темпами строительство завода. И давайте к этому же заводу построим также, что у нас здесь, автомагазин и построим автосклад маленький для техники. Вот. Я понимаю, что у нас техника еще не скоро появится, но все же. Все же хотелось бы построить и уже, чтобы граждане очередя занимали. Ну, как-то так, наверное, да? Как-то так, по-моему, будет нормально. Так, постройка за доллары. Давайте, наверное, поставим за доллары. Они у нас есть. Сразу же заводские соединения проведем. И люди побежали. А пока что покупать-то нечего. Вот единственное, что я, наверное, не совсем правильно сделал, это надо было автосклад еще сделать, да? То есть вот так вот сделать автосклад. А толком его и не поставишь. Можем сюда поставить. Можем сюда куда-нибудь поставить. Он тут так нужен, конечно, как козе пятая нога. Ну ладно. Хорошо. 8 продавцов уже. Просто набежали. Нам столько не надо. Консультантов тут, понимаешь. Понабегали. Смотрите, хватит. 5. Кто владеет автомобилем? Только для граждан с высшим. Преимущество за более молодыми гражданами. Лояльность к правительству. Занятость парковки. Автомобили готовы к продаже. Я думаю, что пускай вот... Что мы можем, да? Преимущественно. Граждане с высшим образованием. Возраст. Преимущество за более молодыми. Почему такая дискриминация? Любое. Возраст любой. Лояльность высокая, предпочтительнее. Пускай занятость парковок, пускай так будет. Нет стоянок возле жилых зданий. Давайте городить стоянки возле жилых зданий. Большая, средняя и маленькая. Давайте, наверное, с маленьких начнем, да? И среднюю вставим, не? Нет, тут везде будут маленькие стоять. Да и то. Видим, что не так-то уж это и просто. Ну давай. Просто прекрасно стало. То же самое, да? Стало. Здорово. Так, где еще мы можем притулить? Ну, вот здесь, понятное дело, да? Тут, может быть, даже средняя станет. Интересно. Ну, вот так, пускай.
Это все-таки больше, наверное, за городом будет. Но пускай. Так, хорошо. Мы подготовили, смотрите, да? Хоть как-то. Вот здесь, конечно, маловато у нас этих стоянок. И так как у нас не только же здесь будут, скорее всего, и в других городах тоже захотят себе заиметь автомобили. Поэтому нужно стоянки везде теперь ставить. Вот так вот. Пришла эпоха автомобилей. Конечно, вообще все плохо. Где-то толковую поставить стоянку — это проблема. Можно вот так поставить, да? И попытаться проехать сквозь. Заценят местные жители, когда появляется стоянка, автостоянка под окнами. Просто заценят, я уверен. 100%. Так, ладно. Построили дома. Да? 97. 96. 23. Вот. Давай. Перемещаемся. 23. Это сносим. Вот так же ставим. Теперь что тут у нас не хватает? Кино, еда, мясо. Еда и мясо. Мы говорили о том, что нам нужны. Small Shopping Center нам нужен. Ну вот так. По-моему, нормально он тут будет стоять. Тут все равно ничего больше не воткнешь. Можно попробовать, конечно, как-то более компактно, но никак. Ставим. Автопокупка. Пускай. Так, дорожки сразу же. О, смотрите, как забегали, да? Со всех сторон прям бегают.
Ну, все нормально. Нормально как-то ходят. Отсюда проходят, оттуда проходят. Сейчас посмотрим, как тут, как у них лучше стало или нет. Все равно не могут достать мясо. Как так? Продавцов куча. Все есть. Пожалуйста. Даже электроника продается. Зарубежная. Чего они не могут достать? Пожар потушен. Тобольская грузовая станция горела. Классно. Мы ее уже, по-моему, когда-то она уже горела, да? Потушили. Молодцы. Было бы печально, если бы она сгорела. О, смотрите. Уже сколько? Больше трети уже построено. Полтора миллиона. 500, почти 600 тысяч. На складах куча еды. Невозможно экспортировать еды. Масса. Не успеваем мы ее отсюда вывозить. Чем она тут забита, кто его знает. Так, можно, конечно, кого-то организовать одного, да? Ну, точно так же все будет забито. Вот я имею в виду, что сюда... Склада тут как такового нету, и тут всего 4 тонны могут привозить сюда. Ну, можно, давайте сделаем маленьким грузовичком, чтобы не закупать. Какой-нибудь вот такой Карл Маркс будет ездить. Или Прага. Загрузись, выгрузись. Соответственно, здесь тогда уберем автозакупку продуктов. Расходуется, смотрите, да? Сразу же. Все, еды нету. Поехал этот или нет? Поехал, смотрите, приехал, вот. Еда появилась, 2 тонны. Одежду, электронику точно так же можно, да? Даже мясо, и то можно сюда привозить. По большому счету. А чего не хватает? Мясо. А, мы же отменили автозакупку вообще. Так, ну за доллары я хочу все-таки покупать мясо. И, наверное, электронику с одеждой тоже. Все, кроме этой. Вот, ну что, получше теперь здесь стало или нет? Ну как? Оно-то лучше, но немножко, да? Бар. До бара не добредают. Бар у нас тут рядом. Вот, но люди сюда не добредают. Слишком далеко. Ну уж, если хочешь выпить, ну иди. Что ж я могу сделать? Уж как-то с барами, ладно, я еще спортивную площадку мог бы тут построить где-то. Ну, в принципе, у нас рядом она, да? Всегда аншлаг. Но бар... Тем более он
принципе, в прямой видимости, не так уже и далеко. Так, ну работает, смотрите, стали много, деталей мало почему-то. Детали все, мы же детали вывозим на продажу. Сюда нужно больше людей. Ну что, кому-то повезет вот здесь вот жить, рядом с автозаводом. Или не повезет. Построим большой дом, в котором будет жить сколько тут? 127 рабочих. Такой слишком большой не построим, к сожалению. Вот такой можем. Так, автопостройка за доллары. Не... Так, хотя ладно, пускай. 27 тысяч. Не такие уж большие деньги. Строим. Так, хорошо. Какие-то дорожки давайте все же проведем. Все, вроде бы как вся инфраструктура есть. Красота неописуемая. Самое главное, удобство для наших жителей. И смотрите, да, и побежал один. Я думал, что там вообще никого не будет. Так, провел дорожку-то. Ну, в принципе, все. Самый такой у нас прогрессивный город получился вот этот. Наибольшее количество новых домов. Автостоянки, завод рядом, смотрите, в окружении индустрии. Поезда тут туда-сюда шастают. Сказочная жизнь в нашем городе.
Какой-то автобус снимают с производства. Нам это совершенно не интересно, по-моему. Так, вот сюда тоже можем поставить большую автостоянку, да? Да, вполне. Почти можем поставить, почти. По-моему, вот это, что проездная, да, получается, вот это вот средняя. Ее можно вставить где-то в дорогу, умонтировать. К сожалению, тут особо-то и негде. Что это такое тут? Странное какое-то. Так, хорошо. Еще немножко стояночек. Вот это вот место, я не знаю, тут, наверное, мы еще домов поставим. Не будем сейчас его застраивать чем-то. Смотрите, тут у нас до сих пор грунтовка. Ну, здесь понятно. Тут мы будем сносить, переносить постепенно. Кстати, что тут у нас? Поселились все. Поселились, заселились. Нам бы вот этих расселить как-то, да? Но это только исключительно, если мы начнем строить что-то большое. Вот, в принципе, вот эти дома неплохие, но мне не нравятся. Слишком какие-то они корявые. Так, и вот здесь частично у нас граждане расселятся. Но потихоньку, потихоньку вроде бы как забирают отсюда панели. Вот здесь у нас, смотрите, какое огромное пространство. Тоже что-то можно толковое построить. Вот самый большой дом можем построить, да?
Так, хорошо. Пару дорожек отсюда, чтобы можно было, да, сходить в магазин. И в бар тоже. Все начали завозить сюда. И у нас остается вот здесь вот пару мест для строительства. Так, все-таки хотелось бы этих остановочек, вернее, стояночек понаставить. К сожалению, никак не станет. Очень жаль. Тут должна пойти, да? Ну-ка. Должно, но тоже не становится. Ну что? Тоже нет. Может, здесь? Тоже нет. Придется им бежать куда-то на большую, где-то там. Остановку, станцию, вернее. Это, да? Вот сюда где-то поставим. Так, ну мы почти подготовились с вами к автомобильной эре. Почти. Стоянок, конечно, маловато, но мы как увидим, что тут начнется как-то, да, продажи, начнутся как-то это развитие автолюбительства, то тогда можно будет достраивать эти стоянки. Где-нибудь пускай еще будут. Глядите, какой масштаб строительства. Вот все в порядке, только нету автомобилей на продажу, да? И продавцов как-то стало меньше. Чуть-чуть давайте добавим. Зато покупателей 15, вранье. Покупателей должно было бы быть масса, потому что мы помним, за автомобилями, ну, вообще невозможно было достать. Вот вообще. Выделялись там на заводы, на фабрики, и то вначале они выделялись начальству, а потом уже спускались там какими-то передовикам или те, кто там уже 25 лет стоит в очереди. 2 миллиона, кстати, у нас уже 2 миллиона, с чем я вас и поздравляю. Еще немножко, и у нас, по-моему, там 3 миллиона было в начале, да? И мы выйдем на эту сумму. Можно сказать, что отработали.
Так, 42 тонны. Хорошо, работаем. 29 человек работает. Да, тут потихоньку. Где тут этот поезд? Сколько там загрузка? 17 тонн, 60 тонн еды и 17 тонн алкоголя. Тут урожай не успевают привозить, мы его полностью сразу же обрабатываем, делаем вермишель. Что там еще делаем из нее? Кренделя, всякие бублики, и все это продаем. Я думаю, сюда можно вообще не заглядывать. Тут все в порядке. Почти. Смотрите, что такое? Не смогли посмотреть кино? 62 человека. Бар? А почему? Что не так? А где кинотеатр? Может быть, далеко? Да? Не сказал бы я, что далеко. 230. Чего не могу? 230 метров туда. Вот, пожалуйста, идите, смотрите. Я так думаю, что они просто работают. Очень сильно упорно. Эти то же самое, смотрите. Никто не хочет смотреть кино. Потому что персонала нету, да? Ну давайте вот, я не знаю. Как тут их? Пускай сами решают. Может, кто пойдет? Здесь и так сами решают. Прям проблемы. Я только хотел сказать, что у нас идеальный город. Нету вообще никаких проблем. Нате. Чем же эти лодыри занимаются, интересно? Кстати, тут у нас тоже нужно строительство затевать уже. Где-то здесь поставить негде, потому что тут все уже занято. Но это только вот тут. Пускай расселяются. Так, хорошо, ладно. Ну что, друзья, я, пожалуй, на этом буду с вами прощаться. Спасибо вам за то, что смотрели. Что не забывайте ставить лайки. Вот, подписывайтесь на канал, если еще не подписаны. И всем пока.